Сегодня Самарский гарнизон полиции совместно с Федеральной службой судебных приставов организует работу по отправке 40 иностранных граждан Республики Таджикистан, которые подвергаются административному удворению за пределы Российской Федерации. Меня привезли с нарушением миграционного законодательства и нормально поместили. Здесь хорошо относятся и кормят хорошо. Ну, белье, все комфортное место, относятся как по-человечески, никаких проблем нет. Но уже сегодня нас уже отправят. Спасибо вам, я благодарен. А в ближайшее время еще 15 граждан Республики Узбекистан также будут подвергнуты административному выдворению за пределы Российской Федерации. Этому способствовала, соответственно, кропотливая работа, оформление документов, сбор постановлений и решения районных судов Самарской области, подтверждение их личности. Все это подготовлено, приобретены соответствующие билеты. И данные граждане сегодня вечерним рейсом будут благополучно отправлены с территории Российской Федерации. В результате проведения оперативно-профилактического мероприятия, направленного на стабилизацию миграционной ситуации, выявление и пресечение каналов незаконной миграции, полицейские проверили строительные объекты на Кусковской и улице Чичулина. В территориальные отделы полиции с целью установления личности и законности нахождения на территории Российской Федерации были доставлены иностранные граждане, приезжие государств СНГ. Полицейскими были выявлены нарушения миграционного законодательства. К административной ответственности по статьям 18.8, 18.10 и 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях привлечено свыше 480 человек. В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» сотрудниками отдела по вопросам миграции и сотрудниками отдела уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России Оренбургска совместно с сотрудниками УФСБ России по Оренбургской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии осуществлены рейдовые мероприятия по проверке трех крупных строительных объектов города Оренбурга и Оренбургского района на предмет выявления нарушений миграционного законодательства иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, а также работодателей. Доставлено 39 иностранных граждан. Все иностранные граждане привлечены к административной ответственности, трое из которых иностранных граждан находились на территории Российской Федерации незаконно. Судом Ленинского районного суда города Оренбурга принято решение о выдворении данных иностранных граждан с территории Российской Федерации. Вот тут надо делать организацию закона миграции. Данное мероприятие проводится на постоянной основе на территории города Оренбурга и Оренбургского района.
собой нет документов, набираем друзьям, знакомым, родственникам. Нет, а то, что 14 числа позже. Или мама, или папа, или другой. Понимаете языка? Все ценное, да? Так, когда сроки пребывания окончились, почему не убыли из России? То есть вы не работать ехали? Сегодня? 3 марта. 3 марта, а, здесь. Ну. Понятно. В Калининградской области в рамках операции «Нелегал» выявлено 215 нарушителей миграционного законодательства Российской Федерации. В рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции с сотрудниками ОМВД России по Калининградской области и территориальных органов внутренних дел проведены рейдовые мероприятия. Они были направлены на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний. В течение недели сотрудники полиции составили 215 административных протоколов за различные нарушения правил въезда и пребывания на территории Российской Федерации, незаконное осуществление трудовой деятельности и привлечение к труду иностранных граждан и лиц без гражданства. Наложено штрафов на сумму свыше 430 тысяч рублей. За время проведения профилактической операции полицейские выявили 30 преступлений, возбуждено 14 уголовных дел. Судами Калининградской области вынесено 19 решений о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. В ходе проведения рейда сотрудники полиции пресекли у работников строительного объекта, расположенного на окраине города Рязани, большое количество нарушений миграционного законодательства. В мероприятии участвовали сотрудники различных подразделений ОМВД России по Рязанской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ. В ходе проверки часть рабочих мигрантов, воспользовавшись протяженностью строительной площадки, перебрались через забор и попытались скрыться в ближайшей лесопосадке. Сотрудники полиции обследовали лес, нашли и вернули всех беглецов для проверки документов. В результате в полицию было доставлено 66 иностранных граждан из 3 республик Средней Азии. Сотрудники УВМ, УМВД и отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани выявили у них 89 нарушений миграционного законодательства, нарушение режима пребывания в России и незаконное осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности. Договора нету вообще. Патента нету там, договора. Все? Ладно, у кого есть, поднимите руку. Кто пришел и работает по патенту? Один. На нарушителей составлены административные протоколы. Полицейские выявили, что несколько иностранных граждан не первый раз нарушают миграционное законодательство. Поэтому в отношении 20 мигрантов решается вопрос о выдворении с территории России. Проверочные мероприятия продолжаются. Захид!
Миграционная карта. В Нижегородской области сотрудники полиции привлекли к ответственности более 20 мигрантов. Полицейские при силовой поддержке сотрудников спецподразделения осуществили проверку 63 иностранных граждан, задействованных на строительстве автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань. В результате проверки выявлены 22 иностранца без права устанавливающих документов для пребывания на территории Российской Федерации. Иностранные граждане, правонарушители, были привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. За совершение подобных правонарушений законодательством предусмотрено наложение административного штрафа до 5000 рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового. Кроме этого, полицейские зарегистрировали 18 материалов по фактам фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Арзамасским районным судом Нижегородской области вынесено решение о выдворении за пределы Российской Федерации 4 иностранных граждан через помещение в спецприемник для содержания иностранных граждан, подвергнутых административному наказанию.